Извините, какое число сегодня? Что? Число. 12-е. Точно? Ну, разумеется. Среда. Значит, мы отстаем от жизни. Это завтрашнее молоко. Да. Не нравится, не берите. Но все-таки лучше, чем вчерашнее. Помидоры. А где вы взяли? Там. Где овощи? Посмотрите, пожалуйста. Извините, а помидоры еще будут? Есть картошка, есть редиска, есть капуста. Че, мало что ли? Я ведь только спросил. Не мешайте работать. А вы? Помидоры кончились. Может, привезут еще когда-нибудь. Я здесь. Идите сюда. Ну что? Спасибо. Да ну их. Помидоров не хватило? Только вас задержала. Сколько я должен? Вот чек. Пожалуйста. Den mir die Liebe geschenkt. Schläfst du denn schön, schläfst du denn schön, fühlst du, wer heute an dich denkt. Ой, как он смотрит на тебя. Изнывает от надежды. Слушай, мне кажется, ты слишком с ним сурова. Да ну его. Правильно. Кто он? Тоже мне Ромео. Кисель. Одуванчик. А нам нужен мужчина. Мужчина нам нужен. Кому это нам? Да тебе, тебе. Да у меня дочь взрослая. Пришло время заняться тебе собой, поняла? Кормить, стирать. Нет, не для меня. Ну, ты знаешь, одно и то же плохо. Я вот одного знаю. И постирает, и накормит. Юрий Юрьевич, перестань, вы прекрасно перестань, играете. Перестань. Ну. Ай, робок, дуже не гай. Скажу, то майку мука, стюбарко, сам мир, стюбарко, турбо, бутылник, винный гай. Зарту, стрейси, рахна, тих, сум, пирму, рейс, но лайна, шлюдал, прошу тишины. Согласно плану культурно-развлекательной работы, утвержденному... Тише, пожалуйста. Сегодня будем разучивать фокстрот. Юрий Юрьевич, прошу вас. Прошу вас. Thank you.
голосуем все. Послушайте, если вы не будете разучивать танцы, нашу танцплощадку закроют. Ну, всего 20 минут за весь вечер. Ну, я вас прошу. Я прошу вас. Всего 20 минут за вечер. Так никто не будет разучивать танец. Я буду. Что вы хотите танцевать? Я не знаю. По правде говоря, уже давно не танцевал. Может, попробуем вальс? Давайте. Ну, чудесно. Вы ближе подойдите. Возьмите мою правую руку. Так. Правую руку возьмите мою. Вот. Так. А свою сюда. Мне на бедро. Ну, положите руку. О, уже поздно. Почему? Дождь скоро пойдет. Что, вы шутите? Я не шучу. Я провожу вас. Спасибо, не надо. Мой дом в двух шагах. Кто там? Гиппопотам. А что принес? Лягушек воз. Ну как? Ничего. Сейчас еще принесу. Да, кстати, звонили из редакции. Ну и что? Три статьи предложили для перевода. Прекрасно. Я сказал, что ты не будешь. Это почему? Слушай, сколько можно по ночам сидеть? Ты что, железный? Защитил диссертацию, и слава богу. Эх, миленький, с неба просто так ничего не падает. Ты посмотри на себя. 45 уже седой. Зато не лысый. Значит, три статьи, говоришь? И большие? Не знаю. Ну, что скажешь? Вот это вот ничего. Тебе надо тему расширять. Вот не такое, а что-то такое... Железобетонное. Ну почему железобетонная? Что ты меня за идиота считаешь? Нужно снимать приметы времени, а не просто так. Что увидел, то и снял. Здесь большого мат не надо. Эдак и я могу. Чик-чик-чик-чик-чик-чик и все. Где что эти это? Приметы возьму. Ну если не знаешь, не надо этим заниматься. Выключи музыку, голова болит.
Совсем забыл. У Генки сегодня день рождения. Ладно, иди. А что мне надеть? Надень синюю рубашку. Ага. Но она не глаженная. Сделаешь? Погладь сам. Ну, пап. Ох, лентяй. Пап, у нас экскурсия на каникулах в Пярну. Я бы там поснимал и вообще. Как ты на это смотришь? Ну что же, вполне. А что мне Генке подарить? Подари книгу. А какую? Ну посмотри сам, в конце концов. Тебе футбол включить? Включи. Ау, ты где? Я здесь. Вот. Так. Нас выселяют? Нет, я решила переставить мебель. Вот так. Шкаф сюда. Телевизор пойдет в угол. А диван поставим здесь. У тебя неприятности? Почему ты так решила? Просто надоело, как прежде. Ну, так уже было. Было? Значит, жизнь идет по кругу, к сожалению. Ну, как твоя лошадка поживает? Да ничего, продадут ее скоро. Мы сейчас парад репетируем к аукциону. Знаешь, я чувствую, что из-за этих лошадей ты запустишь школу и никуда не поступишь. У нас на каникулах экскурсия в Пярну будет. Я поеду, ты не против? Ну, экскурсия. Это прекрасно. А кто из учителей едет? Винни-Пух, конечно. Это его страсть, всякие поездки. Ну что же, я не против. Тем более, отец перевод прислал. 52 рубля. О, что же это он так деньгами швыряется? Все, прекрати. Ма, ты бы тоже куда-нибудь поехала? Встряхнулась бы. А я встряхиваюсь, мебель переставляю, все-таки разнообразие. Разве тебе никуда не хочется? Ты бы лучше в самом деле куда-нибудь съездила. В Париж, например. В Париж. Ну что ж, подумаю. Я думаю, никаких неприятностей на аукционе не произойдет. Будем надеяться. Честно говоря, это в основном заслуга ребят. Поработали на совесть. Надо бы их как-то отметить. Подумаю. О. Красиво идут. Стараемся. Инга, держи дистанцию. Помни о дистанции. Ну, я пошел. Привет. Сегодня Норов не показывала. Она всегда послушная. Слушай, какие у тебя планы после 10 класса? Не знаю. Наверное, в институт буду поступать. А может, к нам? Подумай. Я давно за тобой слежу. Захочешь сельхозакадемию, дадим стипендию. Ты, девочка, пришлась нам по душе. Работящая, коней любишь. Как будто родилась здесь. Поняла? Что ты ей сказала? Мармелад обещала, если будет умницей. Она очень любит его. Гляди, только не избавуй. А мое предложение обдумай. Ладно. Света, спину, спину держи. Ну все, обязательно звони. Мамочка, ты мне уже это говорила. Разве? А шарф я тебе все-таки положила. Непременно надень, если будет прохладно. А, не иди. Ну, так я жду звонка. Счастливо! Он мне звонит и говорит, пойдем на дискотеку. Девочка, смело поможет, смотрите. Прихожу на дискотеку, конечно же, встречаю там Ян. Он высокий? А я меньше Юрки.
отличный фон. Маэстро, запечатлейте меня. Давай. Сейчас, пленку перемотаю. Можно посмотреть? На, смотри, только не урони, тяжелый. Здорово, прямо подзорная труба. Тебя можно попросить? Что, тебя снять? Нет, Эльзу. Подругу, что ли? Нет, лошадь. Лошадь? А где ты ее держишь? В ванной или на балконе? Она колхозная. У нас аукцион скоро. Ее продадут. А-а-а. Ну ладно, ты напомни, я приеду. Щелкну. Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы здесь делаете? Катаюсь. А я живу здесь. Я знаю. Там. Хотите покататься? Вообще-то я шла в магазин. Да? Пойду переоденусь. Я пошла. Послушайте. Знаете, дверь захлопнулась. Что же теперь делать? Диспетчер? Ну, я диспетчер. Что там у вас стряслось? Здравствуйте. У нас дверь захлопнулась. Какая квартира?
Какая квартира? 131. Ну хорошо, ждите. Спасибо. Сейчас. Диспетчер? Ну, что там? Это опять я, 131-я. А долго ждать? Да нет, недолго. Мастер будет завтра, после 9 утра. Ждите. Ну, что делать? Ну, придумайте что-нибудь. Вы же мужчина. Все. Еще? Нет. Нет, еще. Нет, благодарю, все. Я уже и так хлопот доставила. Да. Ну, что вы объясните своим, когда они придут? А у меня сын уехал в Пярну. На экскурсию. В Пярну? Моя дочь тоже. Да? Да. А ваш в какой школе? 116-й. Это, оказывается, они вместе поехали. Вот. Анюта тоже. 116-й. Это моя жена. Она погибла. Алло? Саша, ну как вы там устроились? Что? Ах, хорошо слышно. У меня все в порядке. А почему так поздно звонишь? Да, Саша, у вас там в группе должна девушка быть. Аня. Как фамилия? Снежкова. Снежкова. Даже так? Она в соседней кабине. Это она мне звонит. Саша! А меня нету дома. Ну-ка, позови-ка ее. Ну, зачем, зачем? Надо. Мама, мама зовет. Я тебе потом все объясню. Мама ее здесь. Не идет. Послушай, каким-то манером твоя мамаша торчит у меня дома. Что? Откуда ты взял? Иди убедись. Мама, алло, алло, что случилось? Ну что, отметился? Пошли. На, возьми сумку. Я сейчас подойду. Ну что, как прикажете это понимать? А что тут особенного? Дверь захлопнулась. Не ночевать же ей на улице. Она что, и ночевать у нас собирается? Забавно. Я вижу, твоя мамаша излишней скромностью не страдает. Дурак. Алло? Пап, это я. Саша? Да. Саша, что случилось? Просто так, ты уже спал? Почти. А ты почему не спишь? Я спросить хотел. Дверь-то чего захлопнулась? Какая дверь? Ну, это. А, ну, по рассеянности. Понятно. А как ее зовут? А? Не знаю, завтра спрошу. Да, ну ты, папенька, даешь. Да ты что, Саша? Ну, все получилось совершенно случайно. Ну, захлопнулась дверь. Саша, я же не мог допустить, чтобы она осталась на улице. Алло. Алло. Действительно, это была случайность. И мне очень жаль, что из-за меня вы должны оправдываться. Ну,
Все-таки занятно. Вы что, живете в нашем или в соседнем доме? Я не знаю, где живете вы, но мы живем на Соловьиной 45. 45? Что ж тогда получается? У нее захлопнулась дверь в 45-м, очутилась в 5-м. Ты что думаешь по этому поводу? А что думать? Я не знаю, да и знать не хочу. То есть как? Ты соображаешь? Это же о чем-то говорит. Она у тебя хорошенькая, да? Я тебя серьезно прошу, не подходи ко мне. А как насчет фотографии твоей кобылы? Боюсь, что у кобылы от одного твоего вида хромота появится. Я тебя не хочу ни видеть, ни слышать, ты мне противен. Прекрасно, просто прекрасно. Доброе утро. Привет. Ты что, не готов еще? Тс-с. А что такое? У тебя кто-то есть? Слушай, я не поеду. Да ты что? Ты же обещал. Я сегодня должен закончить теплицу. Ну, не могу, в другой раз. Я гнал специально машину через весь город. Извини. Такой крюк. Хочешь молока? Да ну, ты режешь меня без ножа со своим молоком. Римские каникулы. У тебя одно на уме. Ну, теплица у меня на уме. Теплица и все. Днем приеду. Вот это я понимаю. Так надо встречать гостей. Да я ей говорил, что ты не можешь, а она ни в какую. Славик, это же чистое свинство. Быстро собирайся с нами. Даю тебе 10 минут. Люди придут на твою лекцию. Ты же обещал. Я ей не звука, что у тебя кто-то там. Ты о чем? Ну... Что ну? Тебе что-то померещилось? Ну что ты стоишь? Давай собирайся. Ну, быстро. Вашу дачу нужно пережить как стихийное бедствие. Ну а теперь, товарищи садоводы, поблагодарим Вячеслава Михайловича за содержательную лекцию. Какие у вас будут вопросы? Ну-ну. Ну, тогда я задам вопрос, который, наверное, интересует нас особо. Погода на ближайшее время. Да, насчет погоды. Вопрос, ну что же, могу вас обрадовать, товарищи дачники. Метеосводка, составленная по данным метеорологической разведки, обещает ясную, сухую и жаркую погоду. Ничего себе обрадовал. Да безобразие, у нас еще воду не провели. Может, мы все огурцы сгорят? Как вы, наверное, могли заметить, мы иногда ошибаемся в прогнозах. Будем надеяться, что и на этот раз
ошибемся. Это было бы замечательно. Ну ладно. Пока еще желание не наступило особо. Тут нечего думать, Вячеслав. Тут только один вариант. Жертвовать надо. Вопрос чем? Привет. О, привет, Лера. Лера, как хорошо, что ты пришла. Как раз на шашлык. Спасибо, соседка. На здоровье. Славик! Кажется, мои дела плохи. Сдаюсь. Это моя соседка. Она великий садовод и к тому же прекрасный человек. Зина вас просто жутко обманывает. А я верю. Вячеслав. Валерия. Вячеслав, это значит многославный. Ну-ну-ну-ну-ну. Он очень робкий мужчина. Ага. Да, что-то не похоже. Мне даже хватит смелости напроситься к вам в гости. Как это? А? Ну, на садовый участок, конечно. Давно мечтаю приобрести себе тоже. Надеюсь, поделитесь опытом. Идемте, раз уж вы такой храбрый. А шашлык? Слав! Ну так, я начинаю делиться опытом. Вот вы вступаете в кооператив и получаете вот такой клочок земли. Затем вы одалживаете у всех знакомых деньги, благодаря своему обаянию. Благодарю вас. И принимаетесь заставать жерди, доски, кирпичи, цемент, удобрения, саженцы. Я списочек составлю. Уж вы непременно составьте. Затем вы принимаетесь вкалывать в поте лица все выходные дни. В результате создаете себе такой дворец среди комаров. Лера! Славик! А, это ты. Чаю хочешь? Да какой чай? Шашлык уже давно готов. Мы заждались вас. Я на диете. Мы на диете. Ну, как хотите. Шашлык удался, правда ведь, а? Не дразни человека. Да ну что ты, он же диетик. И вообще, я пришла к выводу, что свиной шашлык лучше, чем бараний. Во-первых, он мягче, во-вторых, он лучше прожаривается. И особенно на свежем воздухе. Ой, ты же его убиваешь. Да ну что ты, диетики не знают чувства голода. Да я сыт. А? Конечно, попив чайку и сыт. Ох! Останови, пожалуйста. Ты что, обиделся? Да нет, что ты. Пока. Мы подождем. Доставь его. Ты же сама этого хотела. 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 Во-первых, это должно происходить более медленно. Постепенно, интеллигентно. Во-вторых, надо приличие иметь, черт возьми. Поехали.
Как ты меня напугал. Повтори, пожалуйста. Что я не так сказала? Как вы меня напугали? Ты сказала ты. Повтори, пожалуйста. Как ты меня напугал? Что это у тебя? Крылья за спиной. Еще немного и взлетишь. Слава! Слава! Пока, меня ждут. Ты дома? Ты что, простудился? Заболел? Нет. Ну как доехали? Нормально. Голодный? Ща что-нибудь придумай. Какой-то не такой. Да? Угу. Откуда ты взял? Прическа другая. Ты почему так поздно? Теперь часто будешь так поздно приходить? А? Ну почему теперь? Я и раньше задерживался. Перевод сделал? Нет. Текст очень трудный. Тебе еще положить? Да нет, не надо.
Ты что, не спрашиваешь, что я наснимал? Тебе что, не интересно? Да почему не интересно? Ты проявишь свои шедевры? Тогда и поглядим. Заметано. А ты поможешь? Да я бы с удовольствием, со временем не знаю. Ну, посмотрим. На велосипеде, что ли, покататься? Мам, ты куда это? Да вот решила прогуляться. Как прогуляться? На улице ведь дождь. Ничего, зонт возьму. А ты ложись. Не жди меня. Тебе же надо завтра рано вставать. Все. Спокойной ночи. Иди. Мам. А? Я тебя не узнаю. За эту неделю ты стала какой-то другой. Возможно. Человек меняется. Ничего удивительного. Скажи, а эта история с замком? Я тогда по телефону не поняла, что он за человек? Кто? Ну... Ну, знакомый просто. А он не такой, как его отпрыск? А что? Да ничего, нормальный эгоист. Да ну его. Не хочу говорить. Ты иди, прогуляйся. Что-то расхотелось. Да ты иди. Иди погуляй. Черт знает, что такое. Мы взрослые люди и шагу не можем ступить без оглядки на них. Получается, что мы от них зависим. Как будто мы их дети, а не они. Все. Все, начинаем новую жизнь. Все вместе. Они уже не дети. И даже не брат и сестра. Должен же выход такой-то быть. Должен. Правильно, они взрослые люди, пусть живут самостоятельно. Я Сашку отправляю к бабушке, ты Ане отдаешь свою квартиру, а сама переезжаешь ко мне. Они же заканчивают школу. Ну как мы можем бросить их в такой ответственный момент? Им даже говорить о наших отношениях нельзя. На носу экзамены, поступление в институт. Я думаю, что нам не надо даже звонить друг другу. Слава, ты мне нужен! Я достал черепицу на всю крышу! Это большая победа! Завтра должны привезти на дачу! Я не смогу с тобой поехать! Что ты? Твоя помощь нужна здесь! Что, грузить? Да нет! Теща должна прилететь в эти дни! Когда что неизвестно, ну, надо же ее встретить! Поживи у меня пару дней! Принесут телеграмму! Тебя это не затруднит? А вы там будете? Ну, само собой, ты же знаешь, обещают сегодня, привозят черт знает когда. Я даже на всякий случай 3 дня отпуска взял. Ладно. Но ты меня здорово выручил. Я сейчас приду. Раз, два, три. Раз, утро два, меня три, разбудил четыре. Странный раз, два, телефонный три. Звонок. Раз, два, три, четыре. Ну и кто же вам звонил? Раз, два, звонил какой-то таинственный раз, незнакомец раз, три, и велел передать раз, вам, что два, приезжает теща. Раз, теща? Чья теща? Теща какого-то Виктора. Ах, бедный Виктор. Однако он просил извиниться, но он обязан встретить тещу, как вы сказали, бедного Виктора. Ничего не понимаю. Что все это значит?
должен вам сообщить, дорогая Лера, но он сказал, что он будет встречать тещу бедного Виктора целых 3 дня. Потому что бедный Виктор, видите ли, уезжает на дачу. А он пока будет в городской квартире Виктора ждать тещу 3 дня. Вы что-нибудь поняли? Очень хорошо. Ну, объясните мне. Юрий, что значит этот звонок? Это... Я забыла вас предупредить. Телефон у меня отключили за неуплату на весь год. Я одному дорогому мне человеку дала номер вашего телефона. Дорогому вам человеку? Я не ослышался? Стало быть, этот человек действительно вам очень дорог, если вы согласны связываться с ним через меня, разбивая мне сердце. Юрий Юрьевич, ну извините, извините. Извинить вас? Никогда. Ну, Юрий Юрьевич, ну раз, два, три, четыре. Раз, два, ну, что ж, три, четыре. Раз, пусть два, этот три, ваш дорогой человек раз, два, звонит четыре, мне раз, днем и ночью. Три, четыре. Раз, два, три. Пусть четыре, передает раз, мне два, любые три, слова, четыре, предназначенные раз, вам. Четыре, я раз, все три, буду согласен четыре, вам передавать. Юрий Юрьевич, спасибо. Ну что, кадрик будет ничего. С настроением. Не то слово. Конечно. Я тоже. Помогаю Виктору черепицу класть. Выходит, мы на даче, да? Мы загораем, дышим свежим воздухом, а наши бедные дети сдают экзамены в душных классах. А как твой написал сочинение? Как ни странно, на 5. А не получила 3. Неужели она глупее твоего? Не смей так говорить о дочери моей любимой женщины. Аня умная девочка, но только кроме лошадей ничего ее не интересует, просто ужасно. Ну почему ужасно? Лошади это прекрасно, по-моему. Ну что ты, в прошлом году она упала с этой своей Эльзой и вывихнула руку. Ну и... Могло быть и хуже. Ну Сашка тоже играл в хоккей во дворе, упал и сотрясение мозга. Аня вообще ведь в детстве столько болела. Свинка, корь, коклюш. То же самое, полный комплект. Ветрянка. Ужасно. Ужасно. Ну, слава богу, теперь все в порядке. Ну что мы все о них да о них? Ну, здравствуй. Здравствуй. Ты где? Я здесь. Ну что? Телеграмма.
Теща приезжает. Ну вот. Можно считать, что вопреки прогнозам, погода на даче непоправимо испортилась. Ты дома? Что случилось? Где ты был? Я гулял. Где был, с кем? Уже третий час. А что тут такого? Кстати, ты ее встретил? Кого? Ну, эту. Тещу. Она прилетела? Приехала. А ты откуда знаешь? Знаю. Я у Виктора на даче был. Ты же говорил, что туда поедешь. Вот и решил прогуляться. А там как раз черепицу привезли. Вот и задержался. Накладочка вышла. Нельзя детям говорить неправду. Все. Делай ночь. Ну, еще это приколем сюда. Посмотри. Хорошо. Сейчас повернись. Так, все, поворачивайся. Ну как? Роскошно. Так ты сможешь приехать? Не пожалеешь. А что, если я буду не одна? Как я полагаю, ты хочешь пригласить его? Кого? Ну, этого велосипедиста. Я вас видела из автобуса. Это он. Да. Я хотела тебя познакомить. Ну, а как ты себе это представляешь? Нашу дальнейшую жизнь вообще? Не знаю. Здравствуйте, Юрий Юрьевич. Да. В воскресенье? Спасибо, хорошо. Вы самый добрый человек из всех, кого я знал. Юрий Юрьевич, а что это за аукцион? А, понятно. Всего доброго, спасибо. По-моему, бабушка на нас обиделась. Не звонит, не приходит. Надо бы с ней восстановить мир. Не мешало бы. Может, возьмешь это на себя? Почему я? Мне там лучше не появляться. Знаешь что, ты позвони и
напросись на обед. Скажи, что отец заморил совсем голодом. Когда мне напроситься? Ну, наверное, лучше в воскресенье. И ты посвободнее. Уважаемые покупатели и гости, начинаем аукцион временных и спортивных лошадей Висонской зоны. Демонстрируем жеребцов производителей колхоза Таура. Жеребец Ига, 1980 года рождения. От чистокровного жеребца Инзас и капуны Инзы. От него в хозяйстве получено 5 жеребят. А теперь показательное выступление конников колхоза имени 1 мая. Элементы выездки демонстрирует Аня Трешкова на кобыле. О, вот она, третья. Угу. Видишь? Ах, как сидит, прямо королева. Да они все молодцы. Посмотри, что делает ее лошадка. Просто цирковая. Да. Ох, хвостом-то как. Аня? Да. Знакомься. Это Вячеслав Михайлович. Здравствуйте. Здравствуйте. Мама, я пойду переоденусь. Угу. Все, мы, кажется, попались. Что? Саша. Где? Вон. Вон. Фотографирует. Что будем делать? А может, он нас не заметил, а? Я лучше уйду. Да нет, он, наверное, здесь из-за нас. Ты говорил ему? Нет, ну... Я думаю, что он слышал телефонный разговор и решил проверить, как тогда на даче. Что ты скажешь ему? Не знаю. Ну ладно, потом увидим. Не ожидал? А я думал, ты давно у бабушки. Об аукционе столько разговоров, вот я и приехал поснимать. Может, что-нибудь пригодится. Хорошо. А как прошел? Я лишний билет достал. А ты? Я тоже у Валерии Павловны оказался лишним билет. Знакомьтесь, Валерия Павловна, это Саша, мой сын. Здравствуйте. Здрасте. Если я не ошибаюсь, Аня ваша дочь? Да. Она попросила меня ее лошадь поснимать. И я... Так из-за этого вам пришлось изменить свои планы? Ничего, мне самому интересно. Ладно, я пойду, с той точки поснимаю. Хорошо, потом увидимся. Вместе поедем. Не расстраивайся. Жалко, конечно, но что делать? Ведь лошадей выращивают для продажи. Ну, Саша сделает большую фотографию, повесим на стене. Да-да, обязательно. Я за этим прослежу. Я слышала, у вас здорово получается. Да ничего особенного. Есть, конечно, отдельные. Могу показать? Да? Они у тебя с собой? Ну да. Вот это мне нравится. Такая грустная. Правда? Не знаю. Это что, одноклассники, да? Это экскурсия вашей школы, да? Посмотри. Ну, посмотри, как получилось. Неплохо. Хорошо. Это я могу взять себе? Конечно. У меня есть и лирический дар. Но, по-моему, ты слишком преувеличиваешь. Нисколько. Ну как?
есть настроение. По-моему, это просто подло. Она права. Это принесло? Это я. Тебя проведать приехал. Ах, это ты. Меня проведать приехал. Ты что с отцом делаешь? Ты что, враг ему? Он звонил, я все знаю. Он тебя выненчил. Он тебя вырастил. Сам о себе не думал. А как ему счастье улыбнулось, ты ему палки в колеса. Ты ничего не понимаешь. Я переночевать у тебя хочу. Угу. Ты у меня переночуешь. Как бы не так. Ночь на дворе. А ну, марш домой. Ты что, бабушка? Марш, марш, пока последняя электричка не ушла. А следующая электричка в город когда? Утром. Это ты, что ли? Да, я. Ты чего, опоздал на электричку последнюю? Да, опоздал. Придется тебе к бабушке идти. Ни за что. Это еще что такое? Ну, иди сюда. Иди сюда. Это надо же. Такой большой вырос и такой глупый. Ты только подумай. У тебя будет своя жизнь. Жена. Дети пойдут. Ну, отец куда же денется? Со мной будет. С тобой. Ты думаешь, это большая радость у родного сына приживалкой быть? И потом, любит он ее, женщину эту, я так понимаю. Это он только думает, что любит. А на самом деле, так увлечение. Что он вообще понимает в любви? Парень, ты добрый, зла никому не желаешь, но упрямый. Понимаешь, что плохо делаешь. Не по-людски. Да гонор тебе сознаться в этом не позволяет. А зря.
Живем мы на этом свете. Коротко. Трудно. Порой скучно. И знаешь, я так думаю, нет больше радости, чем когда родной тебе человек счастье свое находит, а гонор наш, хоть и маленький, большие беды творит. Смотришь потом, разбитая жизнь, тоска, погасшие глаза. Грустная картина. Грустная. Женщина эта, она что, тебя обидела? Нет, не обидела. Ну тогда, выходит, Бог тебя обидел, ума не дал. Thank you.